Ребят, ну чё, я всё-таки сбил всех животных, и теперь можно отправляться к Чеду. Отдавать ему это мясо, сбитых животных, на машине. Он какой-то извращенец. Почему именно такие нужны, непонятно. Ну да ладно. Может, у него какое-то особое блюдо, и нужно именно... Как это... Взбитое уже мясо. То есть он его... То есть он... Он это мясо не взбивает, а просто уже готовым сует в этот... В барбекю свое. Свою. Барбекю. Вот. 4 тушки мяса я добыл. Поездить, короче, пришлось. Ну, намучился. Ну, ничего. И не с таким справлялись. Так, а что мне? Давай отсюда пешком дойдем. Пошли. Напарник. Короче, вариант с напарником, он не совсем сойдет, но тоже работает. Животные не так сильно разбегаются. Но лучше всего это применять снадобье, которое отмечает всех животных. И уже тогда проще за ними ездить, не надо их искать. Так, здорово. Отличное мясо. Ну еще бы. Вернись, когда сможешь. Мы еще не закончили. Что это значит? Так, страна вкуса выполнена. Иду. И что? Иду, я вернулся. Нужны бизоны. В их мясе полно духа. Оно придаст выживальщикам силу. Их придется сбивать. Бум. Так что найди тачку попрочнее. А потом принеси мне мясо. Ты их сразу заметишь. Это не трудно. Блин. Теперь что? Бизонов надо сбивать. Ой. Ладно, ну тут вроде как поле открытое. Я надеюсь, все легко будет. Так, и возьмем вот эту тачку. Так, давай, садись, Робин Гуд. Продолжаем сбивать животных. Так, аккуратненько съезжаем. А что тут за война идет? Вот, кстати, бизон. Давайте мы сразу сейчас сделаем зелий. А, мне не хватает. Вот так. Куда? Один убегал сюда, я видел. Так, ну мне сначала нужно с этими челиками справиться. Да что ж такое-то? Давай, Робин Гуд, твой выход. Так, этот мертвый тоже. Блин, и 3 медведя здесь. О! Чё они, биться будут, не? Так, ну все, всех вроде убил. Почти всех. А вот бизончика вот этого мне надо уже вручную сбивать. Давайте, 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 сейчас его... Бля, не убил, а? Бля, какой живучий-то, а? Может, посильнее разогнаться надо? Ну, умирай ты! Liars,
Все, умер? Ура, ура. Один есть. Один животный есть, бизон. Так, и у меня эти закончились, да? Ну да. Блин, это плохо. Это очень плохо, ладно. Так, музыку выключаем, она мешает только. Так, нужны бизоны. Нужны бизоны, где они есть? Вот еще один. Ух ты, какой, а? Правильно, бизон это не олень. Смотрите, какая дура. Все, умер. Так, и вертолет. В смысле вертолет? Так, сейчас сначала шкурку подберу. Так, есть. Так, а этого сейчас мы аккуратненько снимем. Так, а у меня ж есть супер пушка. Или нету? А вот, есть. Бам! Ну вот, все, минус вертолет. Отлично. Так, починить. Все, тачку починили. Теперь ищем еще бизона. Бизоны, вы где? Ну, еще один нужен. Всего лишь один бизончик. Так, что тут есть интересного? Читать. Давайте почитаем. Интересные факты. Бизон. Детеныши бизона называют рыжими щенками, потому что люди, которые это придумали, не закончили даже начальную школу. А еще люди перебили 50 миллионов этих бизонов. Офигеть, 50 миллионов люди перебили. Это типа он в Красной книге находится, да? Это печально, конечно, это очень печально. Ага, вот. Вижу. Еще один нужен. Так, давай, я тебя ждать не буду, пока ты залезешь. Да что ж ты такой-то... Ой-ой-ой, я промазал. Как я промазал. Музыка отвлекает. Ой-ой-ой-ой, по дороге, беги. На. Не, умер? Умер или не? Да. Это был третий, да? Да, фух. Так, все, теперь отнесем мясо чеду. Следи за дорогой. Так. Ой, блин, ну с бизонами попроще было. Там хоть поле открытое было, а не лес. Так, здорово. Ничего вкуснее нажористого хлючего. А выживальщики будут сыты. Придобрый самаритянин, вот кто. Ну и что, видишь вон ту тачку? Я ее только что починил. Забирай. Так. Выполнил задание. И мне дали денег. И супер тачку новую, военную. Нифига себе, вездеход какой у меня теперь будет. Ну, отлично, спасибо большое. Спасибо большое тебе, чувак. Я надеюсь, вы эти страдания стоили того. Так, тачку я буду опробовать потом. А сейчас тут рядом что у нас есть? Клатч Никсон, неинтересно. Рядом есть тайник выживальщика. Вот давайте туда сходим. К тайнику. Что тут? 160 метров. Посмотрим, что там.
за секретики такие будут интересные. Внизу! Меняю позицию. Внизу? Ты чё, внизу? Нету никого внизу. Уже темно, как ты видишь. Я еще и в лесу бегаю. Так. Вот он, тайник выживальщика. Так, ну ладно, уже пали меня. Так, нет, вот это мне надо. Бам! Все, минус вертолет. Это было легко. Так, читаем. Приказы секты. Таннер. Иаков велел выселить Элиота вместе с семьей. Они слишком долго портили нам кровь. Обязательно загляни в бункер. Может, они прячутся там. Методы на твое усмотрение. Билли. Так. Эй, ответьте. Меня кто-нибудь слышит? А что за рация? Где рация говорит? В зоне поисков. Так. В зоне поисков. Где-то здесь есть бункер. Если вы живы, советую не попадаться Якову на глаза. Да я понял. Так, нам нужен... бункер. Нужно найти бункер, где он есть-то только. Так, записка, может тут подсказка есть? Так, слегка бугленная записка. Я знаю, что ты нас предупреждал, но уже поздно. Мы думали, что справимся, но мы не знали, какие силы сможет собрать Иаков. Но мы не сдадимся, это наша земля, наш Бог. И никто, ни правительство, ни армия, и уж точно какие-то религиозные придурки не смогут нас отсюда прогнать. Мы заберем с собой на тот свет столько из них, сколько сможем. Райан Эллиот. Ага, значит, чувак бился до последнего, этот Райан. Хорош, так и надо. Да сдох, псих, мне нужно бункер найти. Какой-то секретный, вот он все-таки, я нашел его. Так. Вот он и бункер. Ой, как хорошо. Так. Так, обнаружен новый объект, зажигалка из Вьетнама. Найдите ключ бункера. Блин, а ключи эти могут типа валяться на этой территории где угодно. То есть вот она земля и... Я знала их дочь, Бекки. Милая девочка. Как-то помогла мне ограбить магазин. Надеюсь, они успели внести ноги, прежде чем все началось. Да. Где теперь мне этот ключ искать? Пригодится. Да, пригодится все в хозяйстве. Так, а это что у нас? Тоже могу взять. Так, ну... логично, что будет где-то ключ, либо в доме. Тут, кстати, есть второй этаж, а как туда зайти только? Вот там вход есть, я вижу. Так, здесь нет, здесь ничего нету. Наверх я никак не заберусь. Здесь все забаррикадировано. Так, это не то. А вот какой-то ключ не показывается. Или что это за значок? Так. Здесь ключа нету. Так, здесь. Здесь тоже нет ключей. День. Не умею я в светские беседы. Где может быть ключ? Так, ключ. Значит, здесь воевал чувак. Воевал он до последнего. Поэтому, скорее всего... Так, это чувак у нас рыбак. Я понял. Здесь ключа точно нету. Нет, здесь ключа точно нет.
Ну, здесь, я думаю, тоже его не будет. Еще раз посмотрю внимательно. Вот там лежат ништячки всякие, блин, а? Как до них добраться-то? Опа-на, это что такое? А тут я могу запрыгнуть, да? Да, о! Вот это да! И, скорее всего, тут и ключик сейчас я найду. Так, комикс про зомби. Патроны не нужны. Так, это у нас туалет. Туалет, кстати, на втором этаже. Очень странно. Здесь я пройти не могу. Но здесь я могу выйти на крышу. И зайти сюда. Ага, и здесь у нас вот проход. Ладно, вот он. Они скоро будут на месте. И вот он ключ. Да, все, я нашел ключ. Я нашел все-таки ключ. Это не может не радовать. Да, они уже должны быть на месте. Ух ты! Ух ты! Так, нет, 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 с этого здесь стрелять не надо. Да, или я за тобой иду. Так, ну все, вроде. Четверо было. Так, все, у меня есть ключ-карта. Давайте заходим в бункер. Бам-брам-бам-бам. Ой, как замечательно. Ой, как замечательно. Бабосики, собираем бабосики. Так, а это у нас что? Это у нас какая-то зажигалка коллекционная, да, зажигалка? Ну, пусть будет. Так, журнальчики. Это нам ничего не надо. Это нам ничего не надо, это глушитель. Глушитель у меня уже есть. Ну все, раскрыли еще один секретик. Так, дальше. Куда мы можем двинуть дальше-то? Амигос, это Хёрк. Я тут в доме своего папани. Мы с ним собираемся надрать этим сектантам их врата и дема. Так, можно, в принципе, сюда отправиться. Только Амигос? Вот он заезд, а ближайшая точка... Ну, это, в общем, надо будет на тачке туда ехать, да? Ну, давайте вот здесь мы приземлимся. Там возьмем тачку и доедем уже. Так, 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 где тут магазин? Так, давайте боезапас сразу пополним свои. Ух ты! А я могу на этом грузовичке покататься? Ну да! О! Вот это вот прикольненько. Так, сейчас поставим точечку. Амигос! Это... Поехали! Ну давай! Чё-то я там сбил. Блин, ну зеркало заднего вида не работает. Я не вижу, куда я еду. Вот, все, хорошо. Я застрял. Да? Нет, нет, не застрял. Так, разворачиваемся, разворачиваемся. Вот, развернулись. Вот это грузовичок, а. Вот это мощь. Так, оручник тут есть? Олень — самая ценная добыча. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Не, ну ручник такой себе здесь. Что, олень — самая ценная добыча? Почему? А медведь не? Мне больше медведь нравится.
От него, мне кажется, у него мясо поболя будет. Или медведей, типа, нельзя есть, я не знаю. Ого, там вертолетов сколько. Ого. Чё это за туса? Это отсюда она, не? Не, не отсюда. Так, тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, в поворот очень плохо входит эта машина. Прям ужасно плохо. Давай, выходим. Выходим. Выходим, ваша остановочка. Все. Каюк. Кирдык. Хана. Как еще сказать? Так, это вот это место? Я уже типа пришел, да? Ага, да, вот он. Хёрт Драмбентст. Да, иду, чувак.